удар, выражаясь по-спортивному, и быстро привыкают к тому, что все здесь как бы движется, поет и звучит на всевозможные голоса, а пагубная парижская атмосфера заставляет всех расслабиться полностью и бесповоротно. А также либо петь, либо играть на чем-нибудь, либо любить кого-нибудь, или просто делать что-нибудь, типа ходить, лазеть, дышать, или, с позволения сказать, просто балдеть, что в переводе с французского, как говорят, означает капитально радоваться жизни. Вот, собственно, краткая преамбула к тому, что и было зафиксировано прямо с места событий. Вот и были первые впечатления от пребывания на чужбине. От всего этого наверняка голова бы пошла кругом, если бы не то главное, ради чего, собственно, и был предпринят этот вояж. Конечно, никто не спорит, в Париже на любой улочке, в каждом закуточке можно насладиться чарующими мелодиями старинных шарманок, некоторые из которых звучали еще аж при Бонапарте, как, например, вот это. И вот что удивительно, сделана шарманка почти 200 лет назад, а до сих пор крутит, народ собирает, публику. А потому что все новое, не что иное, как хорошо забытое старое. А в Париже, как нигде, сочетание этого нового с тем старым проявляется как-то особенно остро. Однако все же настала пора упомянуть, что оркестр Анатолия Кролла во Францию пригласил университет Томпсон, решивший приурочить выступление знаменитого джаз-оркестра из России к торжеству по случаю вручения своим выпускникам дипломов об окончании университета. Кстати, на сей раз все это происходило в загородной резиденции университета в роскошном замке 17 века. Ну что ж, самая пора помолчать и просто послушать очередную джазовую композицию из звездного репертуара оркестра Кролла. А заодно и посмотреть, как раньше обустраивали богатые французы свои загородные фазенды. Thank you.
и сама церемония вручения дипломов, среди обладателей которых на сей раз была мощная представительная команда из Татарстана. А вот это обаятельный человек, знаток и отчаянный любитель джаза Рашид Ахунов. По совместительству президент Международного коммерческого союза, благодаря которому, собственно, и был создан джаз-оркестр МКС Биг Бен Анатолия Кроула. Три дня – это просто что-то неописуемое. Мне кажется, это может только, так сказать, присниться во сне. Хорошо бы, если этот сон немножко продлился. Ну, собственно, пожалуй, основная. А во всем остальном, ну что, мы делаем свое дело, свое любимое дело. Счастливы от того, что здесь так к этому хорошо отнеслись. Ну и счастливы побывать в такой замечательной стране, где, ну, все так хорошо, что даже не верится вообще, что такое бывает. Честно. Никак не могу отказать себе в соблазне предложить вам, хоть и ненадолго, приобщиться к этой счастливой и радостной парижской кутерьме. И глазами нашего оператора Игоря Болотникова подглядеть, как же там у них все происходит. Something you should know. Oh, baby, oh, oh. Sing, 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 sing. Everybody gotta sing. La-ya, oh, oh, oh. And you sing it where they swing. Oh, one, two, one, two. Let's go. Dance with me. That I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see. I see when we're all together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb up mountain and to reach the highest peak. But it doesn't free me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing. Girls are hound around, why through the wing seems to relish like a gambler's like a streak. When I dance with you. Stomping with you and the Savoy, watch out! A perfect holiday, Savoy, when we can go out and sway, Savoy, let me stop away with you. Savoy.
сейчас под печальную мелодию в исполнении Наташи Кудрявцевой мы отправимся в Париж ночной, который остается в сердце щемящей тоской на всю жизнь. Итак, Париж крайне несправедливо скрыть от вас безудержное, бесшабашное веселье, в круговорот которого стоит попасть лишь на минуту, и ты пропал. Ты в плену, ты уже просто вынужден прыгать, дурачиться, петь или подпевать, абсолютно невзирая на то, что ты, может быть, вообще родом не отсюда, а откуда-нибудь издалека, из Лондона, Тринидада Тобаго или из Текстильщиков. Все это не имеет здесь никакого значения, а потому, что ты в плену у сумасшедшего ночного Парижа. Показывает практика, нашего человека, ну сколько ни гуляй, вынь да положь, отдай напоследок искупаться.
И делается это всегда, везде, на любой широте и долготе. А лучше всего, конечно, это проделывать ночью на абсолютно неизведанной и никому неизвестной загородной речке. И вот что характерно, Франция, не Франция, а все равно неизбежно, это у нас всегда заканчивается скорой помощью. Ну что же тут поделать, такова, видимо, условность жанра, просто какой-то джаз. Однако жизненный опыт подсказывает, что в любой ситуации никогда не надо терять чувство юмора. Ну а с песенкой в исполнении Светланы Пановой эта версия укрепляется и становится просто жизненной аксиомой. Пора, пора. Скорее бы туда, где русскому джазмену есть скромный уголок. Ой, что это я? Так вот, отбыли из Парижа, а проездом заехали опять куда-то, а городок оказался под названием Версаль.
дорога нашего удивительного путешествия наконец-то привела нас в страну Швейцарию, на берега знаменитого Женевского озера, где помимо всех прочих удивительных красот расположен маленький курортный городок с томным названием Монтрё. Маленький Монтрё известен на весь мир, а причиной тому один из самых престижных в мире джазовый фестиваль, который вот уже почти полвека раз в году собирает самых-самых знаменитых и легендарных кумиров джаза. Это двухнедельная волшебная пора, которая буквально накрывает Монтрё и пронизывает джазом все, всех и везде. Народ просто заболевает, преображается, загорает, ест, пьет, слушает, хлопает, ходит, бродит, танцует. Одним словом, полностью соответствует краткому и емкому диагнозу – джазовая чума. Джазовый фестиваль в Монтрё. На сей раз среди гостей невероятно долгий и звонкий список участников. Среди них Уиллен Вейдер, Херби Хэнкок, Жан-Люк Понти, Стэнли Кларк, Пол Роджерс, Пол Ди Меола, Джонни Кэш, Уинтон Марсалис, Бобби Макферрен, Мигуэль Базе, Рэй Браун, Джеймс Моррисон, Боб Дилан, Бетти Картер, Ван Моррисон, Мигуэль Петручани, Натали Кол, Пэт Мэттини, Маркус Миллер и многие-многие другие. Однако действительным знаком нынешнего джаз-Монтрё
стало участие в нем русских музыкантов. Вторжение успешно начал Николай Арутюнов и группа «Лига блюза», а затем оркестр Анатолия Кролла из России оставил свой неизгладимый след. Итак, джаз-оркестр МКС «Биг Бенд» и Ирина Камаева. You're my honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop inside, and I know the reason why. Oh, your goodness knows. You're my honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, 'cause you were so sweet when you still worried up when I'm taking sips from your tasty lips. And I know the reason why. You're my sweeter goodness knows. You're my Где-где, а в Монтрё русский джаз-оркестр был очень высоко оценен, прямо скажем, по достоинству, и стал действительно сенсационным открытием для любителей джазовой классики. Ох уж эти горячие русские парни, но об этом чуть позже сами увидите. А пока МКС «Биг Бенд» и пьеса «Сядь в поезд А». Thank you.
Да, действительно, я думаю, у нас в Монтрё впервые участвуют музыканты из Москвы, да еще так мощно, из блюзовой и джазовой музыки, с высочайшим качеством исполнения, говорит месье Ренье, один из главных организаторов фестиваля. Кстати, говорит он, нас ждет потрясающее событие. Мы откроем улицу звезд джаза, примерно такую же, как улица звезд в Голливуде. Первая реликвия, которая будет замурована в начале этой улицы звезд, будет труба самого Майлса Дэвиса, и мы очень хотели бы просить солиста русского джаз-оркестра, блистательного трубача Виктора Гусейнова, чтобы он вместе с Анатолием Кролом сыграл на этом поистине историческом событии. Итак, мы все ждем этого. Будет Анатолий Кролл, Виктор Гусейнов, все мы. Также это будет для всех нас знаком признания и уважения мастерства русских джазовых музыкантов, память о музыке великого Майлса Дэвиса. Ну что ж, вот и настал этот день, вроде ничем не приметный. Все на фестивале катилось своим чередом, привычным и размеренным. Однако, видимо, с небес внимательно наблюдали за всем, что происходило на Земле вообще и в Монтрё в частности. Вдруг задул ветер, почти ураганный. Потом пошел дождь, перешедший просто в ливень. Окончилось дело откровенным градом. Это стало символической прелюдией к тому замечательному моменту открытию, уже известной сейчас на весь джазовый мир, улицы звезд в Монтрё. Вот как это было. Thank you.
А тем временем фестиваль шел полным ходом. Одни знаменитости сменяли других, а за кулисами на очереди стояли уже следующие, среди которых были Уоллен Вейдер, Жан-Люк Понти, Уолт Демиола и многие другие, имена и фотографии которых знакомы нам лишь по пластинкам, компакт-дискам и журналам. И попасть на бэкстейдж, то есть за кулисы, вот она, самая большая роскошь, таящая в себе возможность самых неожиданных встреч. А вот и легендарный Херби Хэнкок, который так вот запросто вдруг вспомнил о нашей давней встрече в Лос-Анджелесе и сразу сказал, что с удовольствием наконец-то приехал бы в Москву, что, мол, это по-прежнему его давняя мечта, он был бы рад, и все ждет, что, может, его пригласит кто-нибудь когда-нибудь. Но, пожалуй, до встречи-то в Москве еще неизвестно сколько, поэтому автограф лучше брать сразу, пока он вот тут, рядышком. Да, здорово, удивительно. Хотя привыкаешь к этому очень быстро и уже ничего не удивляет. И даже Yamaha не очень-то удивляет. Ну вот смотрите, они опять что-то придумали. Так вот придумали рояль, который вроде бы сам играет. А что? Ничего удивительного. Смотришь на это все, слушаешь, и вдруг начинаешь понимать, как же ты все это любишь. И уже с опаской и с каким-то ужасом предвосхищаешь. А ведь все скоро кончится. Улететь бы куда-нибудь далеко-далеко, на Луну, и взять все, что любишь, с собой навсегда. Вот Юра Шихин поет вроде бы про то же. Let me play among the stars. Let me sing what spring is like on at Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Feel my heart with song and let me sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Пожалуй, только здесь, в Монтрё, удается до конца понять, что единственное на свете, что по темпераменту может конкурировать с джазовым азартом, это только лишь футбол, и в особенности его болельщики, в частности, итальянцы. Вот, смотрите, все очень просто. Итальянцы выиграли. Кстати, съемки сделаны в 4 часа утра. Thank you.
true to life. Don't go to strangers, darling. Come home to me. Ну что ж, наше путешествие в стиле джаз подходит к своему завершению. Да и Маша Тарасевич поет примерно об этом же. Да, пора и домой. Была такая песенка, где пелось «Долго будет», «Карелия снится». Ну, в общем-то, Монтрё не Карелия, конечно же. Но уж запомнится, наверное, на всю оставшуюся, долгую, радостную и счастливую нашу жизнь. Ну, пока. What I guess, the magic is